То время готовки. У меня здесь будут по плану овощные оладушки. Значит, вот овощи всяко разные, но без риса. Можете брать любую другую смесь. Мука уже со специями и разрыхлителем. Сметанка 10%, 2 яйца. Сейчас я разогреваю сковородку, протушу овощи наши где-то минут 10. Ну, а дальше буду все это смешивать и готовить вкусняху. Как всегда, постелила свой предохранитель для плиты. Тряпочка. В общем, смотрите, кстати, я фасоль стручковую решила помельче сделать. Забыла сказать до этого. В общем, на раскаленную сковородку мажем. Пока у нас тут овощи тушатся, значит, я уже добавила к яичкам орегано любимый. Значит, зелень петрушки, соль у меня тут. И, собственно, пока все. Сейчас я это дело размешаю. И буду добавлять уже муку и сметану. И дальше, когда они протушатся, уже еще 5 минуточек осталось, значит, я остужу их и уже добавлю тогда в эту смесь. Вот, и приступим дальше к готовке. Так, добавила остывшие овощи, перемешиваем еще разочек. Сковородка уже разогревается опять, я в той же буду жарить сейчас. И ложечкой будем выкладывать наши будущие оладушки. Жарим по 1-2 минуты с двух сторон. Так, девочки, 3 положила, четвертая. Пошла ладушка. Еще чуть-чуть. Вот так. И пускай они поджаривают. Так, ну что, оладушки готовы. Вот такие красавчики. Ай-яй-яй, это только первая партия. Короче, вот так вот все крутяшь. Так, ну что, оладушки готовы. Вот такие красавчики. Ай-яй-яй, это только первая партия. Короче, вот так вот все крутяшь. Ну что, посмотрим, что получилось. Смотрите, какая красота. Вот, покажу вам сразу в разрезе. Смотрите, овощи все. Можно есть как теплыми, так и холодными. Потаем с йогуртом или со сметанкой, с любым соусом, который вы любите. Очень вкусно. Вот такие вот красавчики. Ну что, посмотрим, что получилось. Смотрите, какая красота. Вот, покажу вам сразу в разрезе. Смотрите, овощи все. Можно есть как теплыми, так и холодными. Потаем с йогуртом или со сметанкой, с любым соусом, который вы любите. Очень вкусно. Вот такие вот красавчики. Mm-hmm.